Привет, это Баббл на канале Технозон, и сегодня мы с вами решим одну из самых наболевших проблем Xiaomi Mi Box. Это проблемы с Wi-Fi 2,4 ГГц. А вернее, что мы сделаем? Мы подключим ее к сети, к полноценной локальной сети по кабелю. Вот такой вот Xiaomi Mi Box 3 у меня есть, и для того, чтобы подключить ее к сети, нам придется использовать девайс. Да, вот такой вот девайс, я не буду показывать его распаковку. Я распакую его прямо здесь, вот так вот возьму и достану. Здесь есть пакетики, есть коробочка, все это нам не обязательно. Вот такой вот прекрасный девайс, который просто вставляется в USB вашего Xiaomi. В нем есть дополнительных три порта USB 3.0 и есть разъем под LAN, вот так вот. И мало того, LAN здесь 10, 100 и 1000 мегабит, то есть он поддерживает до 1 гигабита. Насколько он хорошо работает, мы с вами проверим, как он взаимодействует с флешками и насколько хорошо он сможет потянуть интернет в гигабитной сети. Но почему родилась именно сейчас эта тема с Xiaomi Mi Box 3? Xiaomi Mi Box S уже вышел, он сейчас уже в продаже, но Xiaomi Mi Box 3 продается по очень вкусной цене. Идем в описании под видео и ищем ссылочку. Если их уже нет в наличии, то мне очень жаль, но если они есть, то спешите купить. С такой вот штучкой, кстати, ссылочку на которую я тоже положил в описании под видео, он будет работать просто прелестно. И, кстати, мы и дальше собираемся поддерживать все те приставки, которые мы обозреваем, и будет еще больше обзоров различных девайсов, приставок, различных программ и сервисов для просмотра IPTV телевидения, онлайн телевидения и много-много-много чего другого, поэтому я вам советую подписаться и нажать колокольчик. Ну а также в описании под видео есть ссылочки на наши группы ВКонтакте, Facebook, Viber, и там всего очень много интересного. Ну а я перехожу к нашему Xiaomi Mi Box 3 и говорю свое фирменное. Поехали. Наша приставочка включилась. У нас уже вот готов кабель LAN. Я прям предчувствую, как он будет работать. Вот наше устройство. Сбоку у него написано, что это мультифункциональный LAN адаптер USB 3.0 и три порта хаб. Но видим, что хаб у нас тоже на USB 3, что очень приятно. Здесь у нас закрыто все крышечкой. Кстати, радует такой вариант упаковочки. Мы просто берем и вставляем это в наш Xiaomi Mi Box 3. Все, наш хаб вставлен. Я предлагаю не томить и просто вставить LAN в наш порт. Все, он вставлен. Но как же понять, работает наша сеть или нет? А все просто. Мы просто идем в настройки и мы видим, что здесь вместо значочка Wi-Fi появилась вот такая вот штучка обозначения локальной сети. Заходим. То, что у нас есть Wi-Fi, мы его можем сейчас выключить. И вот мы видим, что у нас подключен Ethernet. И даже выделила IP-адрес. Ну, как-то так. Но мало того, мы хотим сюда подключить еще аэромышь. Мы сейчас ее воткнем. Так, аэромышь мы воткнули. Пробуем. Аэромышь работает. Сеть у нас работает. Воткнем сюда флешку. Он увидел сразу флешку, попросил запускать ES-проводник. Мы не будем запускать. Так, у нас есть USB-накопитель. У нас есть аэромышь, которая бегает. И у нас есть LAN. Давайте теперь протестируем, насколько этот LAN быстр. Сейчас найдем спид-тест. Ну что ж, поехали. И вот, пожалуйста, наша приставочка сейчас показывает 200 мегабит. Это почти 200 на чтение и почти 200 на отдачу. Вот такое вот интересное устройство, которое стоит практически копейки, способно вернуть наш Xiaomi Mi Box 3 к жизни. Давайте теперь попробуем с вами включить, например, 4К видео на YouTube онлайн и посмотрим, как это работает. В поиске идем 4К видео 60 FPS. И вот, пожалуйста, 4К, HDR, демо, 60 FPS, Worldwide Video, Full 4K OLED TV. Пожалуйста, воспроизвести. Идем сразу в настройки. Видим, что у нас активировано 4К. И можем перематывать, ну, например, на середину сразу. Вот, пожалуйста, 4К, 60 FPS на Xiaomi Mi Box 3 через сетевой адаптер. Ну, давайте теперь попробуем, 4К-то работает, без тормозов, без фризов, без ничего. И давайте теперь попробуем с вами, как же он определяет вместе с сетью флешку и определяет ли. Вот наша флешечка. Он флешку прекрасно видит, так что вот такие вот дела, ребят.
Предлагаю пройти, прорезюмировать наше столь короткое, но очень полезное видео и решить, стоит ли это нам покупать для нашего Xiaomi Mi Box 3 или нет. Вот так вот Xiaomi Mi Box 3 получает вторую жизнь после подключения его к сети 1 гигабит, и он спокойненько воспроизводит теперь самые-самые тяжелые файлы прямо из сети. И неважно, работает ваш Wi-Fi 2.4 ГГц, имеете вы роутер 5 ГГц, это абсолютно все теперь неважно. Так что мнение Технозон таково: данное устройство — это must have устройство для всех владельцев Xiaomi Mi Box 3. В принципе, я думаю, что и для Xiaomi Mi Box 4, потому что не у всех есть до сих пор роутер с поддержкой 5 ГГц, а Xiaomi Mi Box S уже на подходе. Да и стоимость его просто копеечная. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока!